Выполняя какую-то позу, не обязательно начинать стоя лицом к зрителям. Мы ведем их за собой своими глазами. Повернитесь к ним спиной, немного подразните их. Поднимите руку вверх, следите за тем, чтобы стоять прямо и красиво. Стоя спиной, слегка согните ногу, чтобы зрители могли оценить прекрасный изгиб ноги. Рука вот здесь, у нее прекрасная форма. Не подводите ее слишком близко, не прижимайте ко лбу. Пусть зритель ясно увидит ее прекрасную форму на фоне стены. Рука красива и выдается в сторону от тела. Вы можете красиво поводить кистью руки, только не слишком близко ко лбу. Форма руки может быть смазана. Не прижимайте руку. Рука красиво отведена в сторону. Пусть зрители ею наслаждаются.